И к другим темам. А вот итальянская пицца вскоре может пропасть на Урале. Российские депутаты придумали новую русскую диету. Они предложили ввести ограничения на иностранные блюда в ресторанах и кафе. Мол, пицца, паста, роллы и гамбургеры в меню встречаются куда чаще, чем щи и каша. По мнению авторов инициативы, заморские лакомства в заведениях местного общепита должны занимать не больше половины меню. Рецепты русской кухни должны быть в приоритете. Депутаты уверены, такая патриотичная диета приведет к возрождению гастрономических традиций. Впрочем, какие блюда можно считать исконно русскими, они еще не определили. Но под санкции могут попасть беляши, борщ и салат оливье. Меню запрета в Госдуме представят осенью. Отмечается, что нововведения не затронут специализированные национальные заведения.